К новостям спорта. Почувствовать себя героями захватывающего блокбастера смогли ученики Люберецкой гимназии номер 27. Школьники вместо уроков попробовали свои силы в военно-спортивной игре с использованием лазерного оружия. Наша съемочная группа побывала на необычном соревновании. Лазертаг или лазерный бой – это высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Школьники безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата пытаются попасть друг в друга. Лазертаг был выбран нами по причине полного отсутствия травматизма, возможности использовать, возможности проводить его среди ребят любого возраста. Проигрыш участника игры происходит путем регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента, закрепленными на голове игрока или на специальном жилете. Общий замысел мероприятия – это привлечение ребят к прикладным видам спорта и, соответственно, к военно-тактическим играм. Лазертаг могут играть и мальчики, и девочки любых возрастов. Главными факторами для победы в лазерной войне выступают физическая выносливость и быстрота реакции игроков. Меткость и быстрота реакции – важные критерии для победы. Но ученикам необходимо было выбрать и правильную тактику, стратегию команды. Ну, скажи, вот что лучше, компьютерные игры или все-таки игры на свежем воздухе? Если бы мне сказали бы раньше, я бы ответил компьютерные игры. Но сейчас, когда я уже попробовал это все, мне очень понравилось. Я уже сменил свою сторону. Я все-таки считаю, игры на улице – это очень хорошо. Соревнования по лазертагу проходят в несколько этапов. Среди школьников отберут самых активных, чтобы в дальнейшем направить стрелков на региональные и федеральные состязания. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.